Ну что, всем привет, друзья. Приехал я сегодня на рыбалку в незнакомые для себя места. Никогда здесь не бывал. Это другой берег речки вообще. На этом берегу я очень мало рыбачил. И то там, в верхах. А это мы уехали в Низан, далеко. Такое место, здесь все заросшее, особо людей нет. Никто сюда не ездит. Из-за того, что здесь вот так все через Кушары надо ехать. Поэтому... здесь, в общем-то, никого. Поставил палатку, там в нее все сгрузил с машины, чтобы спать в машине. В общем, разобрал ее. Сейчас я учел ваши пожелания в комментариях, то, что вы писали. Ну, рыбачить я буду на разную рыбу, и на блесну буду пробовать, и на джиг, на все попробую половить. Но также буду ставить донки, закидушки, на сазана и так далее. Просили меня в комментариях под прошлым видео поехать сазана половить. Ну, вот я, в общем-то, и выехал. Сейчас соберу донки, поводки, скорее всего, придется новые делать и так далее. Так что я с этим всем сейчас разберусь и начнем ловить. А пока посмотрю, сколько у меня здесь донок получится. В принципе, берега здесь хватает, чтобы рыбачить. Единственное, здесь течение чуть сильноватое. Здесь прям русло проходит. Ну, сейчас пойдем к речке. Я вам все покажу, что да как здесь. Надо будет варить кукурузу еще. Вот она у меня в мешке здесь лежит. Ну, правда, я дома чуть-чуть сварил на первое время. У меня есть уже, что на крючок насадить. Так что... в принципе, уже их можно будет поставить, все эти донки. Но нормальный закорм потом будет, попозже. Вообще на хищника только на сама вот поставлю. А так на хищника я буду охотиться чисто со спиннингом. Не любитель я ловить хищника, а именно на закидушки на какие-то. Мне хищник больше интересен на спиннинг. Когда его ловишь на джиг, либо на блесенку. Сейчас попробуем на ратлины. Половим жерешка. Ну и ближе к вечеру тоже. А пока мне нужно найти хорошие места, чтобы вот эти донки все расставить. Ну все, в общем, собрал я 6 донок. Одну вот такую на хищника с тройником и 5 на сазанчика. Это мы поставим потом, когда какую-нибудь мелочь поймаем. А эти, для этих я сейчас пойду место искать. Вверх пройдусь по реке, вниз пройдусь по реке. Поставил потяжелее грузики по 150 грамм, чтобы не сносило, потому что здесь течение сильное. Посмотрим. Пока чисто разведка мест. Дошли по итогу до змеиных заводей. Пробить. Есть змеи, нет. Короче, все проверяем. Сюда пока шли. Пару ратлинов оторвал. Жереха пробовал ловить. Но мошки здесь, конечно, капец. Здесь вот такие вот болотца. Здесь рыба какая-то есть. Но именно змея пока я не увидел еще. Может быть, здесь есть. Поймал. А там он еще один есть.
Маленький. А, он, я прям видел, как он вышел. А от моей он шугнулся, лягушки. Нормально. Вот так вот. Она мою лягушку не захотел брать. Короче, ходим. Эти заводёшки пробиваем. Два змея поймали. Один не оторвал лягушку. Сильно сёк. Плетня, видать, уже умерла. Сейчас посмотрим, что здесь еще есть. Какие заводёшки. Да, так места прикольные, конечно. Людей нет вообще. Клюнул жерех, пока камеру включил. Блин, слез с крючка каким-то образом. Хожу вот здесь, берег такой интересный. Жерешата маленькие выскакивают. Но не хватают. Ратлин. Сейчас маленький судачок. Такой вот. Тоже выскакивал два раза. Я потихоньку проводку делал. Выскочил пару раз. Тоже стукнул ратлин. Так что чувствую, завтра с утра я буду здесь. И буду я здесь с джиголовкой. И с блеснами различными. Потому что здесь реально хищник ходит. И, наверное, одену сапоги, как-то перейду вон на тот островок. Я оттуда буду пробовать и на джик ловить, и на ратлины. Блин, сошел. Видать, небольшой был. Странно. Лягушку вывернул. Вроде бы засекся. Но, видать, плохо засекся. Во! Понятно. Оп. В общем. Сейчас придется здесь вот так пока. Сделаю ступеньки, чтобы можно было спокойно туда спускаться. И сюда принесу, закидушки поставлю. Здесь на берегу. Будем рыбачить начинать. Пока вот так вот сделал, в принципе, спуститься смогу, подняться тоже смогу без особых затруднений. И, в принципе, здесь можно и на удочку половить, и на джиг тоже можно попробовать будет. Посмотрим, короче. Сегодня пока дел хватает, надо первым делом закидушки расставить. Наверное, вот здесь вот поставлю, чтобы в одном месте прикормить уже. Принес, в общем, сюда три закидушки. Взял бубенчики такие, самые звонкие, чтобы были. Все, вот здесь сейчас буду расставляться.
Так, первое готово. Все, пока вот так расставил. Особо сильно пока прикармливать не буду. Так вот в этот водоворот чуть-чуть кукурузы закидаю, конечно. Завтра уже сварю кукурузу. И тогда уже будем полноценно ловить здесь. Кто-то гремит. Сейчас посмотрим. С этого начнем. Говорю же, караси клюют. Такой нормальный. Серьезный парень. Ладно, я завтра хочу таких на удочку половить. Закидушки пока молчат. Но оно и понятно. Дневной солнцепек. Довольно жарко, душно. Я отправился порыбачить на удочку. Я до этого прошелся вдоль берега очень далеко. Посмотрел места. На самом деле на удочку особо не половишь. Смотрите, сейчас я вам покажу, как здесь берег идет. Все вот таким образом, буквально. Ну, то есть на поплавок не половишь. Начну, в общем, я сейчас ловить с червячка. Потом в процессе кукурузой прикормлю. Там взял я вареную. Ну и опарыша также захватил. Посмотрим, на что будет клевать. И какая рыбка будет клевать. Место без течения довольно интересное. Я думаю, вот здесь вот рыбка как раз должна стоять. И это вот первое вот такое место. Очень далеко от нашей стоянки, которую я обнаружил. Ближе просто нет такого места. Я думаю, вот если бросить прям вот сюда, к дереву, то там, думаю, рыбка сразу будет брать. Поклевка есть, но по чуть-чуть затаскивает. Опа! Какую-то мелочь выцепил. Сейчас попробую на опарыша. Посмотрим, может быть, что-то изменится от этого. Одну поймал селедочку. Вот это жерешок мелкий. Вот он. Большеротый. Но вот они почему-то на опарыша именно ловятся хорошо. Жерешки. О, кто это, карась наконец-то? Да, вот это уже карась пошел. Вот это уже интереснее. Значит, я думаю, почему мелочь перестала долбить.
Видимо, карасик подошел. Я много раз рыбачил в таких местах. Так вот, после сотни поклевок мелочи, можно, в принципе, дождаться поклевку довольно крупного сазанчика, ну, либо карася тоже здорового. Бывало такое. Опять попробуем со дна. Вот такой карасик подошел. Во, на экран. Бери, да. Отойди. Маленький, а. Хороший. Это специально для тела. Ну, попроси. Держи, покажи. Все, есть. Опа, дуплет. Карасики? Два карася. Класс. Это не я, это рыба выдает шоу. Я ловил, как обычно. Ну ты бы вот так, понимаешь? Я бы по вас... Я бы по вас встречал, что подойдет. Не надо. Лучше полезть. Thank you.
Пришел сюда, а там он одну закидушку положил аж на. Не знаю, надо. Но эти, может, не буду вытаскивать. Наверное, которые рядом, надо вытащить. Он, видите, лежит аж на. Вот эти вот желательно вытащить, чтобы они потом не мешали в процессе вываживания. Неизвестно, какая рыба там сидит. Сейчас пока их... Да все, наверное, одну хватит. Лишь бы не мешалось. Так, посмотрим. Здесь катушка не очень. Тайская. Надо здесь как-то фрикцион налаживать. Он здесь не особо. Ого. Ого. Ничего себе. Вот это да. Непривычно, когда с утра солнце в глаза светит. Обычно я на той стороне речки же рыбачу. Обычно в спину. Блин. Ну что там такое? Что-то интересное. Сазанчик, видать. Фрикцион, конечно, в китайской катушке. Ну прям вообще никакущий. У него шаг такой огромный. Либо вообще зажимает, либо вообще отпускает. О, ой, зашевелился. Ну, слушайте, что там такое? Блин, из-за солнца вообще не видно. Вот сюда, что ли, вот так как-то вывести. Посмотреть, кто там есть-то хоть. Ну, судя по тому, как сопротивляется, это сазан. Резво. Ну, что-то он... Неизвестно каких размеров. Тянет так хорошо. Прям мощненько тянет.
Да ё-моё. Ничего себе. Вот это да. Вот это интересное кино. Да стой ты, блин, хватает уже. Я на него даже посмотреть не могу. Хоть бы глянуть, да? Что там за рыба-то? Ё-моё, сазан, крупный сазан. Вот это да. Вот это приятный бонус, конечно. Там крупный сазан. Прям там огромный сазан, я вам так скажу. Я уже посмотрел. Такой может очень долго сопротивляться. Вон он какой. Кабаняра. О! Нифига себе. Блин. Фрикцион ужасный, просто ужасный. Надо менять катушки, отказываться от этой китайщины, потому что это не дело. Ну что это такое? Смотрите, какой кабаняра. Ну подустал. Воздуха ему надо дать глотнуть. Так. Ну-ка, камон. Этот еще может посопротивляться. Ничего себе. Сдавайся, дурик. Ё-моё. Вот сазанов я точно давно вот таких не ловил крупных. Это ж просто офигеть можно. Вот это просто нереально. Смотрите, какой огромный. Судя по загнутому спиннингу, я уж подумал, что это амур или что-то подобное. Оказалось, это сазаняра. Так, о, вот это кайф. Вот такой вот, но я не знаю, сколько он, сколько килограмм, я думаю, 4-5 килограмм сазаняра, огромный, ну, по крайней мере, на сегодняшний день это считается для нашей речки огромным. Раньше десятки ловили, ну, в смысле, по 10 килограмм, и не удивлялись. Ну, давно, правда, было дело, так что вот сейчас поймать такую особь вообще в 10 раз приятнее. В общем, я так подумал и решил, что я этого сазана отпущу сейчас. Ну, во-первых, я буду здесь еще несколько дней. Не хочу он там, чтобы сидел где-то на кукане или еще что-то. Во-вторых, еды полно. В-третьих, я не знаю. Просто у меня вот такое желание отпустить его. Давно таких крупных не ловил. Прям, не знаю. Отпущу я его, в общем. Вот такой вот. Во!
О, кабан. Ну, в общем, вот такой, смотрите, горбач прям. Не знаю, может быть, даже с икрой. Пузо полное. Все, давай, дружочек. Все. Пусть плывет. Фу. Хорошо, чуть-чуть. Адреналина с утра чуть-чуть хапнул. Нормально. Сейчас, в общем, я перезаброшу все закидушки. Потом возьму удочку и спиннинг. И отправимся вниз по течению ловить рыбку. Какую, не знаю. Посмотрим, в общем, что будет ловиться. Постараюсь побольше там всего взять, снастей и так далее. Чтобы все мог ловить, что там будет. Посмотрим, порыбачим. Ну, наверное, придется мне на пару серий разделить это видео. Потому что я здесь долго нахожусь. Много чего снимаю. Наверное, все в одну серию не получится затолкать. Получится там часа 4-3 серия. Так что разделю. В общем, наверное, на этом я закончу первую часть. А дальше на канале вы увидите вторую часть, что было дальше. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока. В общем, я отправляюсь дальше.